Тебя его награбили. Вы что здесь делаете? Алло. Брат. У меня машина пропала. Э? Там на иконке шифруха от сейфа имеется. Я хочу вам помочь, Бухте. Давай, Пашурик. Да не лебези ты! А ты что с ней тогда возишься? Как хирург? Она что, заминирована? Заткнись, придурок, бумага старая! Можно код порвать! Не целка приходим! Вот она, родимая. Так, счет номер 1576-2533. Номер ячейки 13275. Чё, сколько там? 2 миллиона! Как делить будем? Ты чё, щетина, вообще попутал, что ли? Ты чё, мне по этим деньгам подельник? Или бабки ворованные? Это батино бабло, оно принадлежит только мне, понял? Опачки! Ну ладно, Толян, я тебе предлагал по-хорошему. Опа! Ну давай по куро лезем, чё ты бей! А ты шкуроножечком-то пользоваться умеешь, а? Ничего, проверишь сейчас. Ну достал, бей, чё ты? Чё? Давай! А? Поджилки-то не трясутся? Не сидел ты, щетина! Шибко ты торопливый! Ты в следующий раз за ножичек-то хватайся, когда уже бабки на столе будут, понял? Алена, я все понял, ты что делаешь? Что ты понял? Вот тебе на память! В тюрьму бы тебе попасть, щетина! Срок бы отмотал! Глядишь, мужик из тебя получится! Надо поискать в ломбардах. Поищем, Веня, поищем. Только давай сначала трубы смочим. Подождите. Бухтияр, подождите. Ну сегодня такой трудный день. Это первая причина выпить. Подожди. Ну у нас впереди столько дел, Бухтияр. Это вторая причина выпить. Хм. Окей. А у вас бывает причина не пить? Бывает. Ты за рулем, ты не пьешь. Так, я отлить. Окей, я жду машину. Стой. Я тут понаблюдал. Там мужик у окна постоянно следит за нами. Не крутись! Он сейчас пойдет за мной. Местные поняли, что вы брат Толяна. Да. Но не все Толяна любят. Короче. Я думаю, самое время обратиться в полицию. Подожди. Я хочу с ним потолковать. Но если он выйдет из толчка первым... Вызывай. Thank you.
Бухтияр! Это ты не мне спасибо говори, а о! Инструмент! Короче, тот мужик в туалете, Толяна знает, но только где он, не в курсе. А еще он знает этого бородатого Сережу и подсказал мне его адресок. Курить не найдется. Ух ты, ядрёно!